такие большие птички. Такие жирные. С хохолком на голове. Что за птицы? Их очень много на участке. Такие круглые, большие, такие тяжелые. Хохолком, хохолком на голове. Как будто корона у них. Таких птиц я не видела. Вот недавно прилетели. Целая стая. Где-то 40 птиц. И наши воробушки улетели. Они вот такие наглые, да, толстые. Выгнали наших воробушек местных. Чувствуют себя хозяйски, вот эти. Чуть ли прямо на голову не садятся. Сами такие толстые, а крылья маленькие, вон, короткие. Что за птицы? Кто знает? Все подряд клюют полностью. Тут было очень много ягод. Вообще так все как густо было. Вот в конце на макушку уже все отсеяли. Начали с макушки клевать. Ну пусть клюют, не жалко. Но интересно, что за птицы.